А сейчас приготовим, пока наши булочки стоят в духовке, мы с вами приготовим чесночное масло. У меня вот таких больших два зубчика чеснока. Я их буду ставить через чеснокодавку. А далее разогреваем в какой-то небольшой емкости растительное масло. Ну, буквально, наверное, ложки 3. Оно должно хорошо согреться. А теперь как проверить? Прогрелось ли масло до нужной температуры или нет. Вот я маленькую луковку бросила, и вот оно уже прям вот прогрелось так, как надо. Что мы дальше делаем? Мы берем это масло кипящее и заливаем наш чеснок. Вот такая красота. Вот этой красотой мы с вами будем поливать, мазать наши пышки.